Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, ОЛТВ, Сергей Тайм, Курикс, Госдума, Плеймар, Гусанёк, Космохимик, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас будет большой лабиринт с порталами, и оружие будет охранять у нас очень злой и сильный аниматроник. Ты готов нас мочить? В первом раунде у аниматроника будет 1500 жизней. Если пятикурсники, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Давайте. Так, я иду в красный. Это сразу в вышке он приводит нас. Вот он. Тихо-тихо-тихо, блин. Так, надо от него подальше держаться. Ничего себе, у него еще и скример есть. Так, я не сдаюсь. Но слишком много. А, это я понял, не тот портал зашел. Это для отступления. Вот. Ну что, пацаны, кто не боится? Но слишком много. Блин, он не дает нам пройти, пацаны. Кто-то сейчас пойдите умрите. Надо тактику какую-то, да, придумать? Давайте, Эфир. Давай, давай. Ну, так, да, блин, он может сразу всех мочить одновременно, что ли? Ой, блин, тут же миллион порталов сразу. Так, в этот. Да блин. Ну, никак нам не пройти, пацаны. Блин, он так резко атакует. Так, он что-то пошел вверх. А, он нас специально подпускает, а потом мочит. Это невозможно. Как с ним играть? Слышь, аниматроник, ты что такой злой? Все, он пускает, пацаны, идемте. Резко толпой забегаем, побежали. Не пущу, нет, не пущу. Да блин, так как можно одновременно 100 человек убивать? Я прошу. Спрыгивай. Так, побежали, быстрей. Есть. Взяли оружие? Один, да. Красавчик, теперь начинай его снизу мочить. И отступай еще в порталы, беги. Так, только своих не мочи. Опа, он отошел, чтобы мы его не задамажили. Блин. Да ты смотри, ты что, можешь? Так нечестно. Так, давай, прочищай путь. Блин. Вот, это уже пошел процесс, сейчас мы его замочим. Отойди, отойди, отойди. Теперь ему придется бегать за каждым, а это очень тяжело. Так, давайте, пацаны, 1500 хп, я думаю, вы вынесете, по-любому его. Блин. Да ты можешь отвалить, да как, я же уже был внизу. Такого злого аниматроника я еще никогда не видел. Ты неадекватный, что ли? Да дай пройти. Пацаны, он прям стоит возле портала. Он наверху, не дает пацанам оружие взять. Так уже у всех оружки есть, а у меня еще нет. Ну что за фигня? Вы мне ничего не ставите. И мне ничего не ставят. Надо ждать, пацаны, сейчас появится. Есть. Во, мои любимые УЗИшки. Вот это сила. Все, пацаны, мы вышку заняли. Это очень хорошо. Стоим на проходе, не даем ему пройти. Вы его видите? Он на спавне. Так, значит, он через телепортатор может сейчас резко появиться у нас тут. Ждите. Да. Все, если что, спрыгиваем. Убили, все уже. Раунд номер 2. Теперь у нас злой Бонни с гитарой, у которого 3000 хп. Но я добавил теперь мощнее оружие. Миниган, базуку. Он в самом верху. Он сам чекает самое такое место. Да блин, отвали от меня. Вот это он псих. Пацаны, это еще жестче аниматроник. Кто-то уже оружие успел украсть? Молодцы. Я. Красавчик, давай потихоньку выноси его. А ты уже вынес ему жизни. Ладно, держись подальше, так как у тебя оружие. Убегай. Блин, не пускает никого. Да ты псих, дай пройти хоть чуть-чуть. Если что, в портал забегай, понял резко? Красиво ты выносишь его. Молодец. Бегите, бегите. Убегай. Так, вы его видите? Да, вот спускается, смотрите. Прыгайте. Отлично. Хорошо, что можно резко вот так раз и исчезнуть. О, хорошая попытка у меня сейчас будет. Миниган. Есть. Он на телепорте ждет. Возле красного? Да. Я буду стрелять в проход башни. Аккуратно, если кто-то будет проходить, говорите. Не даем ему выйти.
Зажимаем его потихоньку. Он идет. А где он? Блин, он может резко ко мне спрыгнуть. Пацаны правильно сделали, что спрыгнули. Я его вижу. Надо быстрострельное оружие взять. Во. Он идет. Он внутри вышки, да, не хочет выходить. Ты адекватный вообще? Человек. Он портал защищает. Демон, миниган мощный. Так, Дима, осторожно. У него 1500. Потанцуем. Он сейчас прыгнет сверху, я знаю его. Это тактика специальная. Портал, есть. Хороший. Я знал, что он придет сюда. А ты, блин, я сразу скрылся в другой. Так, если он желтый, значит он возле вышки появится. Нам надо в этот. Саня. Нам надо красный. Саня. Его видите его? Да, он наверху. Он в самом. Вижу, как он мочит. Ну уже все, мы его зажали, пацаны. Осталось немножко. Да блин, оружие мое! Я вижу, как другие пацаны тоже вниз летят. Блин, это было мощно. Надо не рисковать. Погнали. Поднимай, быстрее, поднимайся. Так, оружка. Смотрите, идите, я прикрою. Он на спавне у этих телепортов. Идите, я прикрою. Вижу, бегает, пацаны, открывай огонь. Так, вон, да, мочит наши. Внизу нет. Ждите, он сейчас телепорт зайдет. Так, ожидайте, сейчас он будет. Я он в воде сидит. В воде? Да. Пацаны, прыгаем на бортик и с бортика мочим его. Сейчас мы ему сделаем райскую жизнь. Пока он выйдет, мы успеем ему очень большой дамаг нанести. Он на спавне? Видите его? Нет. На спавне нет. Так, слышь, выходи, аниматроник, ты под водой сидишь, мы знаем. Мы так тебя зажали со всех сторон, все, давай. Нет, меня нету. У аниматроника 5000 хп, это еще более жестче, который был в предыдущих раундах. Я добавил очень много разного оружия, теперь это все, что было в арсенале, лежит на крыше. Аниматроник, конечно, должен постараться, чтобы выжить в этом раунде. Ты готов продержаться хотя бы 5 минут? Красный, заходите все резко. А я зайду в желтый. Чтобы посмотреть, как пацаны будут там тащить. Ну, хитрый, понимаете? Ого, здесь сразу видно было, что-то жестко происходило. Есть, проскочил один, молодец. Беги, беги, оружие бери. Ого, как ты остался жив, это было сильно. Я думал, он тебя замочит. Он еще песенку поет. Да я слышу, радуется, что нас может убить. Плохая песня, да, у Фокси? Так, ближе подходим. Отступаем. Всех мочит. Он неадекватный какой-то вообще. Смотри, замочи каждого и песенки поет. Ты можешь успокоиться? Не сиди. Угомони. Дай пройти. Плохая идея. Так, я делаю прыжок. Один, два, три. Прыжок же сделал. Быстрее. Я прошел, я взял. Красава, спрыгивай вниз и мочи его отсюда, снизу. А мы будем пробиваться, пытаться. Есть, берите. Давай, 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 где ты с оружкой? Есть, жги его. Ты хорошее оружие, кстати, взял. Молодец. Так, спрыгиваем. Не толпитесь. Портал. Блин, там так опасно находиться. Так, давай зайдем в этот. О, отлично, это самый безопасный портал, кстати. Жги, жги его. Так, блин, как же пройти оружку взять? Ну ты молодец, выноси его потихоньку в жизни. Повторите. Бегите. Беги, беги, быстрее спрыгивай. Пацаны, он очень быстро к вам приближается. Так, молодцы, да, молодцы, спрыгивайте. Так, теперь я бегу. Так, отойдите. Повторите. Все. Блин, я думал, он спрыгнул вниз. Отлично, есть шанс. Там оружия много, я думаю, всем хватит. Да, меня убили. Да, ну, просто вот под прицел. Отлично. А вот теперь...
Посмотрим, что он заговорит. Не, все, у него меньше половины. Блин, кажется, что он где-то рядом прям песню поет свою. О, прикольно, Гусанёк. Гусанёк, ну ты не исполняй так сильно. Да я так сделаю. Ого! Я вижу, как там в вышке просто творится какой-то хаос. У него 500 хп осталось, давайте. Ничего себе, а ты можешь ждать мне хоть один раз его замочить? Нет. Так, я его не вижу, кстати. Стоп, за... Все, мочи, мочи. Дин, давай, 200 хп. Отлично. Давай, застопорили. Добивай, добивай. Ай, блин, Гусанёк, из-за тебя слился. Неправда. Так, чуть-чуть осталось. Так, он опять в портал зашел, я тоже иду. На спавне? Да, на спавне, только что был. Не, слушай, он рядом. Так, быстрей, быстрей, быстрей. Дайте оружку тоже взять. Ай, ну зачем, ну Гусанёк? Что я тебе сделал? Ты мне посрач отдал. Я думал, я хотел другому дать, извини. Он в этом? В лабиринте был? Да, все, пацаны, он отступает. Он понял, что у него выхода другого нету. Где мои модные УЗИшки? На бортику сейчас будем мочить. Нет, лучше электрошок. Слышу. Он может, наверное, на спаун идти. Я его не вижу вообще. Даже не представляю, где он может быть. Тихо. Я шаги слышал. Все, молодец. Красавчики, пацаны. И в этой серии так ни разу не смог убить этого вонючего аниматроника. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ого. Всем пока-пока. Всем пока.